Hello всем. Запись вроде. Да, все, запись пошла. Я так решил, короче, картошки пожарить и привет всем передать, как говорится. Вот у нас картофан и ливерная колбаса печеночная, которую я обожаю. Так что, ребятки, а картошечка жареная всегда топ. С лучком, с перчиком, а если еще сальца, то это вообще будет охренительно круто. Видео же надо выкладывать? Надо. Чтобы канал не поставил. Ну что у меня там? Ладно, стримы-то я делаю, да? Это все понятно. Но видосы там 3-4 дня, уже надо разнообразие какое-то. И такой формат. Я как бы не буду там всю полностью готовку делать. Просто вот так вот нарезал. И тем более, ну, все видели, как картошка жарится и какая она получается. Так что сам процесс нарезки и просто как бы поболтать. Можно ни о чем бы это, как бы болтать, просто понимать, что делаешь видосики. Там, конечно, можно выбирать темы разные, еще что-нибудь, естественно. Можно подготавливаться, писать сценарий, на какую тематику ты хочешь поговорить, еще что-нибудь. А дядя Вадя не подготовленный решил такого вида сделать формат. Понятно, что такого этого вида формата есть. А когда ты видишь, короче, что человек делает, это тоже хорошо. Главное, что вкладываться правильно, делать что-то для канала и исполнять свою мечту, которую хочешь. Вот я на стриме говорил, да, и сейчас скажу, что это со временем хочу по городу поездить и красивые места посмотреть по-своему. И, ну, как бы, и со временем ближайшие. О, картошка хорошая. Кстати, вот, что это удивительно, не гнилая, никакой херни нету белой на ней. Все, зачет. Рубрика, чтобы пожрать. И как это сделать, да? Ну, такие рубрики, они есть. А я просто, так. Знаете, как сделаем? Сейчас еще одну порежу, это я пересыплю туда, чтобы мне было посвободней, чтобы ничего на пол не падало. Вот. Лучок мы добавляем не в самом начале, а то получится, что лук сгорит, а картошка не дожарится. И получится, ну, блядь, как-то не то получится. Лучше все сразу. Пускай лук будет такой немного тушеный, но вкус он даст. И картошечка будет. Всем хорошего настроения. Скоро выходные. Вот. Чтобы все круто было. Так, аккуратненько. Скоро пятница. Развратница. А видосики я буду делать. Пожарить на тарелочку дяди Вади. Ну, тут получится как раз сковородочка чуть больше половины, а когда ужарится, там все понятно будет меньше. Ну, сейчас сделаю, и все, и картошечка будет найс. Ох, хорош какая. Ништяк. Так, сейчас я эти вытащу, чтобы они тут не... Во. Это нормально. Так что это, ребятки, всем желаю еще раз хорошего настроения, здоровечка. Ну, я думаю, нормально, кто меня смотрит, а не какие-то, кто любит подъебывать там котлетки каждый месяц, гуляние вокруг дома, еще какие-то там обоссыши, которые постоянно пердят и толком ничего сказать не могут, а создают
левый ники и кряхтят. Этим я не буду передать привет, эти пускай идут лесом, обиженные. Там где-то обсуждают меня. Это, знаете, это, у таких людей нету жизни. Потому что, ну, нормальный человек, он там займется чем-нибудь, там, кинчик посмотрит, не знаю, там, дома приберется, покушать приготовит. Как бы, ну, занятие себе найдет. А такие, знаешь, они сидят, говорят, а что там на канале? Сейчас видео отвозишь, фу, говно. Как же они мне смешат. Ну, самое главное, картошечка режется. Кайф идет. Вон какая. В принципе, также можно и на суп, да, но я хочу жареной картошки такой. Чтобы она томилась подольше. А потом вуаля. С корочкой совсем. Можно поставить на средний огонь, и она там быстро, она может и пригореть, и поджариться. Я ставлю медленный, ну, разогреваешь ее на сильном, медленный, и минут за 30-25 на самом-самом медленном огонечке она делается золотистой, шикарной и пиздатой. О, видите? Это, ну, такой, как бы, я видосик сделал, да там просто о чем-то поговорил, как раз и полезное сделал, чтобы потом не готовить, не спешить никуда, не бежать, что, о, там времени мало, надо, допустим, стрим делать, а я еще ничего не приготовил. Во, так что всем хорошего настроения, хорошего дня, нормальным, увидимся.